Всем здорово, в этом видео будет командные битвы. Левосторонний с Прайсом в защитном режиме и Валькирия против Кинга Хелиоса в защитном режиме и Хайперия. Ну, типа, да, атака-атака, левая-левая защита. Ну, вы поняли, да? Его оба баланс. То есть, равная битва такая. То есть, в обоих командах есть кто защищается и кто атакует, и кто балансирует, и все прочее. Вау! Валькирия и Хайпериан мощно атакуют даже своих оппонентов. Вот. Нет, не оппонентов, а союзников, вернее. Вернее, союз. И у нас что-то странное произошло. Пишите в комментах, кто победил, кто проиграл. Потому что я честно, не понял. Вроде как ничья, но вроде как кто-то победил. Я не знаю. Что-то странное было. В пе. Привет. В пе. Привет. Вперед! Вперед! Валькирия! Вау! Хелиоса вынесли просто с ринга. И Хайпериан вынужден сражаться сразу двумя своими соперниками. Не знаю, кто победит, не знаю, кто проиграет. А у нас побеждает команда Спрайзена и Валькирии. Хорошо, хорошо. Так, заряжаем. Кстати, Хелиос на один... разобрал. Вау, ни того не запустил. Ни того запустил, ну ладно. Валькирия ударила Спрайзена, чтобы тот ушел с центра, но не за. Вау, что это было? Мне показалось, или Хайпериан ударил своего брата? Или это, в общем. Вот. И сейчас что-то будет. Возможно, Хайпериан и победит. Есть шанс такой. Не! Не судьба. А видно, не судьба. Видно, не судьба. 3, 2, 1. Вау, как плохо запустился с Прайзом. Так, еще раз. 3, 2, 1. Вперед! Теперь колес. Вау! Валькирия ударила с Прайзена снова. И тот сделал контрбросок. Не знаю. Пишите в комментах. Был ли это контрбросок? Хелиос сейчас думал проиграть, да. И, о, красиво. Окей, так, блин. Следующий бой. Я думаю, что в нем победит, ну, какой-то из БФ, 100%. Какая-то команда победит. Ты знаешь, типа, сейчас ничья такая будет. Я такой, типа, что? Вау! Валькирия! Снова нападает на все. И Хелиоса выбили снова. Хоть он и на защите. А вот Спрайзен, типа такой, и чё? И чё вы мне сделаете? Кто я и кто вы? Так, и... Хайпериан одерживает победу. Видимо, Хайпериан не так уж и прост, как мы думали. Следующий бой. Вперед. Вперед. Ау! О, нет. Плохо запустил. Ну ладно, давайте посмотрим на противостояние Хелиоса и Спрайзен. Кстати, хотите отдельное видео об их батлах? Потому что Бейблэды довольно интересны, довольно хорошенькие. Ну и такой мирный, спокойный бой. Ну тут Спрайзен победит, 100%. Даже досматривать... Даже можно не досматривать. Так, и у нас побеждает... Но Хелиос, кстати, довольно мощный. То есть со Спрайзеном почти на равных дерется. Не знаю, что будет с Вулкена Хелиосом. Думаю, он будет вообще топовым. О! Вау, Валькирия загоняла! Валькирия ударила Хелиоса. Спрайзен выполняет свои какие-то непонятные телодвижения. Так... И Хайпериан снова побеждает. Что? Как такое может быть? Не понимаю. Что это было? Мне кажется, или они мухлюют? Хорошо, давай дальше. Три, вперед! Три, два, один. Так, алло. Так, подожди. Что-то с Хелиосом не то. Реально мухлюют? Да блин, пускатель теперь. А, и больно бьется. Опа, все нормально.
атаки от Валькирии! И типа у нас кто остается? Спрайзен Валькирия? Ой, Спрайзен и Хелиос. О, Хайперион. Что-то я заговорил. И кто же побеждает? А у нас Хайперион снова! Да ладно! Да не может! Да ладно! Да, да. Блин, жесть, конечно. Последний бой на сегодня. 3-2-1-5 Вау, Валькирия! Что? Вау, как они мощно друг друга ударили. Не позавидуешь Хайперион и Хелиос. Ну, я бы даже не позавидовал Спригану. Хотя Спрайзен победил. Ну вот, на таком вот финале мы с вами заканчиваем видео. Вот эта команда хорошо себя проявила, как и вот эта. То есть меня прям они поразили. Я думал, что они сразу проиграют, но они побеждали довольно часто. Ладно, с вами был Сканер. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, до скорого. Пока-пока.